Очередной циклон пришел в Хабаровский край. О непогоде было известно заранее. Все службы и ведомства получили оповещение и были приведены в полную готовность. Ожидалось, что циклон принесет метели и мокрый снег, но помимо этого хабаровчане получили еще и ноябрьский дождь. Подробности у нашего корреспондента Арины Солдатенковой. Снегопад, о котором всю неделю предупреждали синоптики, сегодня утром начался в Хабаровске, как раз по расписанию. Погода меняется каждые несколько минут. Снег и ветер то усиливаются, то утихают. По пути в Хабаровск циклон уже задел Приморье, но вместо снега там шел ледяной дождь. Это сразу же отразилось на состоянии дорог и, как следствие, произошло множество аварий. Рассчитывать, что он минует Хабаровский край, не стоило. Атмосферный вихрь накрыл гигантскую территорию, поэтому в школах краевого центра еще накануне вели свободное посещение и все службы привели в полную готовность. Конечно, ожидали. Предупреждали же заранее. Ну, готовы были, да? По-моему, в Хабаровске уже ко всему готово. Между тем, к обеду пятницы температура воздуха поднялась до плюсовой, и снег в Хабаровске сменился дождем. Буквально в течение пары часов плюс на термометре сменился на минус, и все покрылось ледяной глазурью, включая автомобили. Тем автолюбителям, кого ледяной дождь застал в дороге, пришлось поволноваться. Гололед на трассе стал причиной ДТП с участием общественного транспорта. На улице Волочаевской въехал в фонарный столб автобус 10-го маршрута. Обошлось, к счастью, без пострадавших. Тем временем циклон сместился по более восточной траектории, чем ожидалось, и развернулся в сторону Приморья и Сахалина. Однако в выходные осадки в Хабаровске все равно будут, поэтому работы у коммунальщиков, которые продолжают устранять последствия предыдущих снегопадов, еще прибавятся. Арина Солдатенкова, Вячеслав Банчужный, телеканал «Губерния».